Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. Как вы считаете, как для вас это? Ну, если нет пути назад... Нет пути назад. Тогда как же не принимать решения? Именно такие решения не являются самыми рациональными, хотя выглядят ужасными. То есть, если ты какое-то решение принял, и уже пути назад нет, то ты должен идти... Конечно, все. Конечно, да. Главное – это не подвешивать себя в воздухе. Не задумываться надолго. Нет, да? Нет. Иначе это депрессия, самоубийство, неважно что. То есть, вот эти паузы надо сокращать, да? И решение принимать резко и четко. Да. А когда у человека есть ощущение, что назад пути нет? Может быть, он сам надумывает это все? Или это специально делается человеку так? Что? Он должен проверять себя. Должен все-таки. Да. Анализ должен провести. Конечно, и часто проверять себя. То есть Каббала говорит о том, что мы не должны один раз отмерить и потом начинать резать. А все время пытаться еще и еще и еще. Постоянно проверять систему, в которой мы находимся. Можно ли ей доверять? Соответствую ли я этой системе? Как я могу себя менять, чтобы приспосабливаться к ней? И в итоге я начинаю все больше и больше видеть, как я оказываюсь внутри стройной, совершенной системы мироздания, которая управляется по какому-то единому закону, и внутри этой сферы я нахожусь.